приветище! Это поездатые приключения Zombie Acer, и по многочисленным просьбам мы продолжаем играть в альфу-версию. Дело в том, что я давно ее уже не снимал, но очень просят. Не снимал ее по одной простой причине, что нет продолжения этой игры. Разработчик его еще не сделал, но обновил кое-какие другие детали. И вот сегодня мы на них посмотрим. Погнали! О, знакомая сирена! Мы снова здесь. Черт, это что еще за шум? Сирена? Озвучечка появилась. Кошерно. Это зомби? Чувак, зомби апокалипсисе спрашивает, это зомби? Ё-моё, кто на тебя еще напасть-то мог? Чертовы зомби у ворот. Да, они повсюду, чувак. Голос такой молодой, как будто ему 16 лет. Тачки горят. Кажется, кто-то попытался покинуть базу на автомобиле, но не справился с управлением. Мне нужно захватить ботинки и рюкзак и найти какое-нибудь оружие. Мне нужно взять ботинки и рюкзак. Такое ощущение, как будто у него долго рот был связан, и он только сейчас вот это начал говорить. Ладно, забираем продовольствие. Надо рюкзак взять. Рюкзак. Он где-то здесь лежал, я помню. О, ботиночки, круто. Забираем все. Вот. Вот у нас рюкзак. Открываем инвентарь. Вставляем рюкзак. Ботиночки на босу ногу вставляем и... Без обуви шарились по дому. Хотя бы носки одел, я не знаю. Как так можно без носков спать? Когда в любой момент может сирена заиграть. Это типа как хвай... О! Что это такое? Деньги, 5 баксов нашли. Ну, мы сами с тобой знаем. Сами с тобой знаем, как будто в апокалипсисе живем, что деньги во время зомби-апокалипсиса, они обесцениваются. Не имеет никакого смысла. Хотя автоматы, в автоматах можно что-то покупать, да? Насчет фонарика, давай его поставим сюда. Возьмем в руки. Вот так вот он выглядит. Так, как его включить? На F не включается. На L включается. Угу. Ладно, походим с фонариком. Кстати, у него батарейка быстро садится или нет? Короче, на первый взгляд, по текстурам пока все точно так же. По крайней мере, в доме. Ничего не изменилось. Что у нас здесь? Патрики, это хорошо. И зомбари тоже не поменялись. Разработчик обещал поменять текстуру зомбари, текстуру главного героя, но пока что ничего не поменяно. Тут мы все проверили. Спускаемся вниз и отключаем сирену, чтобы она не бесила и не компостировала мозги. Единственный исправный автомобиль на базе врезался в дерево. Надо найти другой путь. Другой путь? Ну, мы с тобой знаем прекрасно. Другой путь — это лишь два пешком свести. Короче, ну, пешочком. Ну, либо на поезде, если там... Все нормально, с поездом его не поломали. Я должен запастись провизией и попытаться добраться до поезда через складскую зону. А я что по-твоему делаю, умник? Я уже весь дом обыскал, пока ты там думаешь, что нужно собрать провизию. Че, в холодильнике? Та-та-та, Макдональдс. Я бы сейчас... О! Фига себе, как разлетаются. Табуретки, стульчики. Так, граната, это очень хорошо. И записочка. Что у нас там по записочке? Давай почитаем ее. Мэтью, перестань брать мой лук, когда я ухожу на дежурство. Я закрыл его в кладовке и взял с собой ключ. А, ну хорошо. Значит, нам нужно найти ключ, а кладовка у нас... Кладовка у нас вот здесь, по-моему, если я не ошибаюсь. А, нет. Нет, это туалет. Да, вот она, кладовка закрытая. Значит, получается, что ключ у какого-то зомбаря. У зомбаря. Ладно, пошли на вылазку. Только сперва вооружимся. Вот бита. Вот ножик. Чё больше дамага наносит у нас? Бита 10 урона, нож 6 урона. Но если мы будем со стелса атаковать вот этим кинжалом, то 10-кратный урон будет наноситься. Забавно, забавно. Чё мы умеем делать? Умеем кувыркаться, прыгать не умеем. В принципе, как и раньше. Все, выходим на стелсе. Assassin's Creed. Блин, почему, когда речь за стелс заходит вообще? За стелс. Про стелс. Я говорю, что Assassin's Creed. Почему там не Hitman, например, да, или Splinter Cell? А потому что Assassin's Creed, она на слуху. И она топовая, типа, по стелсу. Ладно. Ой-ой-ой, главное, чтобы нас не запалили. Я же хочу все-таки стелсовые приемчики отработать. Пойдем по мусорке поговоримся, потому что мы... Пацанчик продвинутый. О, пластик нашли. Из пластика сможем сделать бутылочку. Чё-то тут зомбарей много. В принципе, задний двор, как мы видим, тоже без изменений. А, контейнеры поменялись, да. Они раньше были просто металлические ржавые, какие-то цветные. А тут теперь надписи появились, и грязнота появилась. Или это ржавчина.
В общем, контейнеры поменялись. Здрасте. Ладно, стелс, походу, пошел у нас по бороде. Опа, ты меня не ударишь. Я помню свои старые приемы. Школа зомберства. Его не пропьешь. Готов. Опа. Я танцую с зомбарями. Ударил меня. Все, я теперь в зомбаря превращусь. Фига себе. А раньше можно было битой сносить черепухи? Вот это я ему жахнул. Ну ладно. Бывает. С кем не бывает. Переусердствовал, как говорится. Вон зомбарь стоит. Сейчас попробуем ему на стелсе. Опа! Что-то как-то нифига. Десятикратный урон на стелсе не наносится. Какая-то фигня. Нас обманули. Давай по бочке бахнем. Уберите оружие, чтобы взять предмет. Ну, допустим, так. Ну, блин. Ладно, фиг с ней, с этой бочкой. Нам нужен ключ. А где ключ-то может быть? Короче, зомбарей мы лутать не можем, поэтому ключ точно не в зомби. Я забыл, где он есть. О, погоди. Да, я тебе ухо почищу своей зубочисткой. Короче, с ножика вообще очень долго их убивать. Ладно. Откроем здесь дверку. Здесь пошариться нельзя? Нет, нельзя. Получается, что ключ может быть в тачках, может быть в контейнере. Ой, ой, там машуня стоит. Капец, откуда ты взялся? Как ты вылез? Откуда ты прибежал? А, это пакля. Когтистая тварь. Блин, он бьет очень больно со своими когтями. Да что ж ты будешь делать-то? Выносливость. Не вовремя. Ой, руку отбил. Фу, 11 хп. Так, валим в дом. Запираем дверку. Надо пожрать. А, у меня шаптечка есть. Как вовремя. Че ты стучишь? Нет никого дома. Аптечка постепенно восполняет нам хп. Это хорошо. Хватит стучать, а то я сейчас выйду, тебе битой по башке настучу. Он там один до сих пор, я надеюсь. Да, вроде один. Ну заходи, заходи. О, прикольно так. Размазывается их черепушка. Ну я уже большинство зомбарей здесь вырубал. Кому-то даже пакли поотрубал. Битой. Как это возможно, не знаю, но... Как-то возможно. О, еще один. Еще один. Еще один. Еще. Давай, давай, давай. Опа. Опа. Блин. Не профанится-то с выносливостью. Да что ты будешь делать-то? Да капец. Все, выносливость. Выносливость. Так. Кочерга. Что за танцы с пубном у нас тут, а? Ну, в этот раз мне пронесло. Он как-то затупил. Зомбарь этот? О, чувак в каске. Они вообще матерые. Сейчас я тут всех битой повырубаю. Мне вообще даже пистолет не нужен. Звуки обновились. Капец, ты слышишь эти звуки? Стремные какие-то. Такое ощущение, как будто я робота разбираю. Иди сюда. Заманухочка. Опа. Опа. Давай еще руку отобьем ему. Ой, Машка бежит. Она, если ты не помнишь, плюется газом. Черт подери. Она плюнула. Вторую руку отбомбили нашему прекрасному зомби. Все. Скачегрижился. Машка подвисла, смотри. Она осознала свои ошибки. Типа, ну нельзя плеваться, как верблюд. Получай. Куда пошла? Level up. У нас level up. Ну давай качнем, знаешь чем? Можем здоровье, выносливость, силу, скрытность. Давай скрытность качнем. Я хочу по стелсу поиграть. Учитывая, что у нас есть крутой кинжал. Ладно, пускай они там ковыряются, зомбари. А я тут в ящиках полазю. Деревяшки нашел. Бумажки, металл какой-то. Да, текстуры коробок тоже изменились. В лучшую сторону. Они такие более реалистичные стали. Это очень классно. Садимся.
Не хочу, чтобы на нас накинулся вот этот чел в каске. О, пластик нашли, здорово. Насчет контейнера. В контейнеры можно обыскивать? Не помню. Нет, по-моему, нельзя их обыскивать. Но можно обыскивать вот эти вот мусорные контейнеры. Сколько у вас там много-то, а? Здесь что у нас в коробочке? Пойдем, короче, зайдем в депо. Заперто. Это нехорошо. Очень нехорошо. Короче, я решил тут всех зомбарей перебить, потому что это левел ап. Ну, опыт. Все дела. Главное, чтобы у меня бита не сдохла. Пока я тут опыт набираю. Чё? Выносливость у меня кончилась. Я думаю, чё? Ой. Энергетик у меня есть какой-нибудь? Надо энергетик выпить, и все будет бодрячком вообще. Просто вот, энергетик есть. Кто-то еще там орёт сзади. За моей спиной. Но я помню, что там стенка. Поэтому я не очкую. Готовченко. Бинтики обязательно, бинтики. Граната же есть. Сейчас я пойду тому чуваку в каске и кину гранату. А лучше всего вообще собрать огромную кучу. Так, ХП что-нибудь мне еще восстановит? Регенерация, вот, это то, что нужно. Вот, здорово. Картофан есть, но я его еще не могу есть, потому что не изготовлю. Сейчас я собираю толпу и подрываю гранату. Так, ребятки, ребятушки, ребятульки. Ой. Ой, выносливость кончилась. Ну давайте, идите сюда. Все ко мне. Главное, чувак в каске должен попасть. Кинули гранату. Да, уже. Толпу собрал, а как расправиться теперь с ней, я не знаю. Так, подожди, я же могу вот сюда, по-моему, забежать. Проблема только в том, что я отсюда потом не выберусь. Ладно, фиг с ним. Кстати, по-моему, тут и ключ-то лежал. О, патрики, это хорошо. Таблеточки тоже хорошо. Может, я тут пистолет найду? Ключ! Здорово, ключ мы нашли. Ключ от кладовой. Ну, теперь запускаем сюда к нам гостей. Ребят, заходите. Ай-яй-яй-яй, заходите. Не тормозите. Не тормозите, закрываем. Все. Закрыли там парочку. Кстати, что-то Машка обгорела, странно. Смотри, Машка обгоревшая какая. Мак, ты чё? Вон там еще один чувак обгоревший лежит. Ладно, разберемся с этим Патриком. Так, лень, короче, уворачиваться. Потому что когда уворачиваешься, есть шанс промахнуться. Тут вон тоже зомбари стучатся. Тачка вот эта. Зомби Бустерс. Жалко, в нее сесть нельзя. Она выглядит довольно классно и вроде бы как на ходу. Блин, как у тебя сесть-то можно? Хотя бы обыскать. О, бенз нашли. Шикарно. Давай еще раз кинемся таблетос. Надо будет их, конечно, выпустить потом оттуда. И замочить. Но как я с гранатой лоханулся, это просто абзац был. Она вроде бы как в руках ЧК выдергнулась, а? Выдернулась, и я очень долго кидал гранату. Не знаю, анимация выкидывания гранаты очень долгая. Не подрасчитал я, короче. В тачках нифига нету. Пойдем, короче, лук заберем. О, выносливость опять. Опять выносливость. Энергетик давай выпей. Бодрость плюс 5. И восстановление энергии x2 на 120 секунд. То есть 2 минуты. Все, мы забежали. И открываем. Ой, кладовую же надо открыть. Зачем ящик? Ящик-то зачем? Открываем. Хорошо, сейчас ключик достану. Вот он, ключик. О, тут еще куча всякого вкусненького. Это хорошо. Открываем сундук. Какая-то пластинка. Что за пластинка? Ладно, забираем все. Вооружаемся, значит, луком. И стрелы у нас есть. Стрелы же есть? Я забрал их только что. Я забирал стрелы. Погоди, вот, почему они не забрались? А, я очень сильно загружен. Вот это поворот. Так, канистры, если я сюда положу. Да уж, эта ситуация не сильно исправила. Тогда, нам нужно съесть с тобой что-нибудь. Но сперва надо посмотреть, сколько весят стрелы. Сколько весят стрелы? 1 килограмм. Тогда я могу съесть, вот, например, консервированную фасоль. Давай схомячим ее.
Давай выпьем еще водички. Вода у нас 3,6 килограмма. О, килограммчик освободился. Ну-ка. Ну-ка. Е-е-е, все забрали. Шикардос. Заряжаем лук. Лук, заряжайся. Ага. И пойдем добьем тех зомбарей, которые возле КППшечки терлись. Let's go. Смотри-ка, прикинь. Короче, какой-то зомбарь с другой стороны пытается выпустить других зомбарей. Причем... Ой-ой-ой-ой-ой. Они сломали дверь. Главное в голову попасть. Главное в голову попадать. Потому что стрелы потом можно выдернуть, если они не ломаются. Готов? Еще один удар. Ну что, один на один с тобой остались, да? Буду попадать в рот, если получится. Но это чертовски сложно. Так. Еще. Сколько у тебя стрел-то надо выпустить, а? Товарищ полицейский. Зомбер. Ой, руку отбил ему. Точнее, вообще ее отрубил. Да, я заберу стрелы с тебя. И все равно меня ударить не смог. А, нет, может. Он меня кусает, по всей видимости. Вот и все. Был у нас ОМОНовец и не стало его. Пойдем стрелы заберем. И пойдем вот в это КПП. Туда заглянем. Что у нас там? Короче, можно зомбарей, в принципе... Тут у нас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обгоревший чиж. В принципе, зомбарей можно заманивать вот сюда к тачке. И они будут обгорать. Сейчас мы это попробуем сделать. Эй. О-о-о. Стелс. Смотри, с одного удара. Ай-яй-яй, пакль! Пакль, смакль бежит. Надо таблеточек вкинуться срочно. Бежим, бежим, бежим. Как насчет лука? Лук. Лук заряжай быстрее. Вот и все. Вот и разобрались. Че, сколько нам там до левел апа? Совсем чуть-чуть осталось. Короче, смотри, тут зомбари валяются, тут зомбари валяются. Я один. Вынес армию зомбарей просто. Это так круто. Я настолько мощный. Заходим сюда. Тут трава прорастает. Бабки нашел. Я их забрал, хоть у меня же инвентарь полный. Да, забрал. Здорово. О! Нам нужно вот туда сходить. Уверен, там что-нибудь интересное есть. И добивающий битой. Блин. Ой, я сам загорелся. Я же хотел зомбаря подвести к костру. Сейчас попробуем еще разок. Вот с этим зомбарем. А, вот с этим давай. Пошли, со мной прогуляешься. Ты будешь моим подопытным кроликом. Все ради науки. Стану вот здесь вот. А он должен сейчас уже подойти сюда. Я здесь. Да, он загорелся, смотри. Он загорелся. Ой, не подходи ко мне. Ты очень жаркий пацаненок. Не подходи ко мне. И... Черт, как тут можно было промахнуться? Левель ап. Так, значит, вкачиваем силу, потому что сила влияет на грузоподъемность, если я не ошибаюсь. Давай проверим. Да, плюс 4 килограмма нам добавилось, это здорово. Нам сейчас это нужно. Что ж, пойдем посмотрим, что у нас там на заправке есть. Эх, заправочка моя, заправка. Затравка. Войти сюда же можно, да? Я думаю, что да. Но вот унесу ли я отсюда все, что я смогу найти? Это другой вопрос. Шоколадочки, это хорошо. Чипсики. О! Аптечка, это вообще кошерно. Роскошь, я бы сказал. Бинтики. Сейчас еще на кассу надо будет сбежать. Глянуть там, может, монетки есть? Еще бинтик. А, и в автоматах еще вода бывает. В автоматах. Что у нас по грузоподъемности? Еще килограмм могу утащить. Во, вода и энерджайзер. Ну, в смысле, энергетик. Все, больше унести не могу. Короче, пойдем, сейчас мы с тобой сходим до поезда. Здрасте, я вас не ждал. Опа. Пойдем, короче, к поезду. Скинем весь наш хлам. Кстати, а вот этот ключ может подойти? Нет, не может подойти. Здесь я не проверял. Давай заберем. Забрал.
Тогда заходим здесь. Ага. И где наш поездатый поезд? Поездатый поезд, смотри. Короче, теперь здесь нет вагонов. Эти вагоны мы будем создавать с тобой сами. То есть мы можем сделать двухэтажный вагон. О, тут кто-то к нам долбится. Здрасте. И до свидасти. Ой, 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 ой. Не получилось. Не получилось закрыть дверь перед твоей зеленой рожей. Шреки атакуют. Ну, ударил. Фух, ударил. Короче, заходим. Поскольку тут у нас больше ничего нету, это мы будем сами строить. Идем сюда. Идем сюда. И вот. Тут есть у нас небольшой сейфик. Перекидываем все туда. Во! Все перетащил. Пойдем снова на заправку. Самое фиговое то, что уже начинается закат. И скоро будет очень темно. Я вернулся. Вернулся, чтобы забрать остатки. Остатки того, что я не обыскал. В кассе пусто. В телевизоре тоже пусто, потому что он разбит. Дырявый телек. Тут у нас спуск в подвал. Ой, как темно. Фонарики же есть. Фонарик есть. Вот. Фонарик есть. Блин, ну я могу либо фонарик держать, либо... либо биту. А сейчас зомбарь тут выскочит. Сколько тут коробок, а? Все обыщем. Нам все пригодится, потому что нам нужно делать вагоны. Успокаивающая музыка. О, еще одна дверка. На стеллажах пусто. Вроде бы тут тихо. И никого нет. Витаминки взял. Точнее, колеса. Батончик еще, по-моему, взял. Аптечку даже целых две. Круто. Сколько тут жрачки-то, а? Мне на полгода вперед хватит. А, это, наверное, наверху. Ух, я уж пересрался. Думал, сейчас зомбари в подвал спустятся, а тут же как бы это... замкнутое пространство. Мне бежать-то тут, в принципе, некуда. По ящикам все, идем в следующую дверь. Есть тут кто? Обыскиваем коробки. Блин! Я перегружен уже. Уже перегружен. И тут есть что-то еще. Граната с пластинкой. И патриками. А, что делать будем? Есть одна идейка. Значит, витамишки хаваем. Потом водишки выпиваем. И батончик вот этот съедаем. Или консерву. Давай консерву. Вот так вот. Место чуть-чуть посвободили. Забираем гранату вот сюда. Патроны и диск. Ну вот, в принципе, и все. Валим теперь отсюда. Мы поднялись наверх, а тут уже темень кромешная. Тут еще и комната есть. Ё-моё. Так, ладно. Бежим, значит, к поезду. Уезжать я отсюда не собираюсь. Тут очень много материала и очень много... этого, как его... провизии. О, вспомнил это слово. Долбанное слово. Провизия. Ну, в смысле, еда.